Привет, друзья, с вами Варчик. Скоро Новый год, даже и не верится, уже совсем немного осталось, поэтому с наступающим вас. А в этом видео я вам расскажу, очередной раз напомню, для кого выгодны новогодние коробки. В принципе, у меня мнение не изменилось. Раньше я тоже делал видео про новогодние коробки, и сейчас, в принципе, нужно возобновить для тех, кто не понял, не знает, или столкнулся с новогодними коробками впервые. Новогодние коробки выгодны только для тех, кому зачем-то понадобилась голда в игре World of Tanks. Для всех остальных новогодние коробки могут стать не то что невыгодными, от них может сгореть не только жопа, но и деньги в никуда. Потому что все остальное в новогодних коробках выпадает случайно. Повезет, не повезет. Даже если вы будете покупать много коробок, сотнями, это не гарантирует, что вам выпадет что-то, что вам хочется. Единственное, что гарантированно выпадает, это голда из коробок. Причем, если у вас нету прям танков, все равно будет выгодно. Поскольку повторяющиеся прям танки, которые уже у вас есть, если они с новогодних коробок снова выпадают, то они возмещаются вам голдой. И даже если у вас нету прям танков, которые будут выпадать из коробок, все равно новогодние коробки будут выгодны. Это намного лучше, чем просто в прям магазине без всяких акций и скидок покупать напрямую голду. А вот если вам не нужна голда, то в принципе и коробки вам тоже не нужны ни для чего вообще больше, поскольку все остальное случайным образом выпадает. Мне за 100 коробок выпало голды больше, чем если бы я за эти же деньги купил бы просто голду. За те деньги, за которые можно купить 100 коробок, за эти деньги вы не сможете купить столько же голды, сколько выпадет из коробок, потому что с коробок выпадет больше. Это при том, что у меня в ангаре не было ни одного танка, который выпадал из коробки. И все танки, которые выпадали из коробок, они выпали, и только после первого раза они начали повторяться. И все равно я ушел в плюс только по голде. Не считая того, что выпадают игрушки, из-за которых собираются коллекции, повышается новогодняя атмосфера, повышается процент фарма на весь Новый год в картохе. Также выпадают дни према. Там что-то около 2 месяцев прем-аккаунта мне нападало. А это еще сверху 1000 рубасов. Можно говорить, что сэкономилось, грубо говоря. Также куча всякой мелкой билиберды нападала. Мелкие прем-танчики. 8 уровня 2 прем-танка. Ну и за 100 коробок британская ПТ-шка 8 уровня так и не упала. И сколько бы я там коробок сверху еще не открыл, не факт, что он выпадет. Шанс абсолютно маленький. Хоть 100 коробок откроешь, хоть 200. Нет смысла открывать коробки, если тебе нужен какой-то определенный танк. Он тебе может из 200 коробок не выпасть. Но вот голда, если тебе нужна, голда выгодна. Но если она тебе не нужна, то коробки вообще тебе не нужны. Картошкины коробки, они вообще не выгодны, если ты хочешь прем-танк. В целом, для кого-то новогодние коробки прям таки очень новогодние, и буквально там из 5 коробок может выпасть практически все, что и вам надо. Прям танки там 8 уровня посыпятся и еще что-нибудь. А кому-то из-за 100 коробок не выпадет то, что он хотел, и жопа будет гореть. Как и сгорят те деньги, которые вы потратили, если вам кроме танка ничего не интересно. И прикол еще в том, что картошка эти прям танки все равно потом будет продавать. Дешевле их купить потом. И вы заодно увидите, как быстро этот танк устареет или не устареет, и он будет еще долгие годы играться. Если вам нужен именно прем-танк 8 уровня, допустим, то его лучше покупать потом, выгоднее, дешевле. А новогодние коробки чисто для голды. Это очевидно, это практически факт. Поэтому коробки покупайте только если вам нужна голда. Прем-танк, если вам нужен, его потом все равно будут продавать. Их все будут продавать. И вы потратите намного меньше денег на сам танк, чем если бы вы покупали коробки. Есть шанс, что вам выпадет из 5 коробок, но есть шанс, что не выпадет из 100, даже если 200. Причем в этих новогодних коробках это прям еще более заметно, что большой шанс, что вам за 100 коробок не выпадет какая-то восьмерка.
заметно, что людям, многим, не выпал конкретный какой-то танк 8 уровня. За 100, за 200 коробок. Но в этом весь прикол. Что, возможно, кому-то кажется, что чем больше коробок покупаешь, тем больше шанс, но на самом деле все это фигня. Картошки на коробке абсолютно кончены. И никаких особо шансов там никуда не увеличиваются. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Thank you.